15 июня 2019. Третий Боржоми Фест в Одессе. В Парке Победы. На проспекте Шевченко. С чесночком. С чесночком. Здравствуйте. Здравствуйте, с праздником. И вас, тоже. Ой, как у вас вкусно пахнет. У нас еще это... и вкусно. Жаль, камера не может передать эти запахи. Жаль, да. Жаль, камера не работает. Техника еще не дошла до этого. Но, дорогие друзья, можете мне поверить на слово. Это просто фантастика. Блогер. Это просто сказка. Класс. А перепелки почему? Божественный запах. 50-100 грамм. Божественный вкус. А сколько в одной перепелочке? Ну, грамм минимум там, да меньше. Да, 3,70 где-то примерно. Еще перепелку? Да. И соус какой-нибудь. Сацебеля или чесночный? Вот это шашлык. Такой пряный будет. Прям шашлык, а шашлык. Он прям на, такое, на шпаре, на сапле. Это вкусный соус. Шеф-повар рекламирует свой самый лучший шашлык в мире. Лучшая реклама. Делай как я. И пей самую лучшую воду в мире. От вашего стола нашему столу что-нибудь перепадет. Ну, такое все красивое и такое вкусное. И такое аппетитное, что прям невозможно. Идешь от одного стола к другому, и тут все лучше и краше. И вкуснее. Горячие боржоми тоже пьете? Нет. С медом. Горячие боржоми с медом очень полезно. Здесь просто уже был боржоми. Так, что у нас девочка рекламирует сегодня самые красивые? Скайап. Скайап? Оператор, да. Так. А покажите нам его. Вот наша фотозона. Да, вот фотозона, вот сайт. Ага. Вот так вот это делается. Передавайте привет зрителям нашего канала. Все помните. Студия гонщиков с Одессы, YouTube. Самый лучший канал в мире. Самые красивые девочки. Субтитры сделал DimaTorzok.
Привет, Одесса! Привет! Доброе утро или уже добрый день! Здравствуйте всем! Наконец-то это свершилось! Третий Боржоми Фест в Одессе начинается! Друзья, мы очень рады вас видеть здесь, сегодня, в Парке Победы! Спасибо, что присоединяетесь к нам в этот жаркий день! Но, вы знаете, от жары очень легко спастись! Холодненькая баночка Боржоми, если вы один пришли, может сразу вас вернуть в жизнь, да. Ну а если вы с большой компанией, тоже прекрасная новость есть. У нас появилась вода для большой компании с характером. Литр 25, теперь в большом формате. Поэтому каждый, кто уже, кому жарко, вы можете сразу же охладиться. Совсем скоро на этой сцене вы сможете определить все грани одесского характера музыкой, танцами, активностями, ну и, конечно же, отличным настроением. А уже прямо сейчас мы приглашаем вас попробовать характер Одессы на вкус. На нашем фудкорте есть все не самые вкусные, самые незабываемые блюда. А поэтому присоединяйтесь, угощайтесь, покупайте самое-самое вкусное. И самые лучшие рестораны этого города к вашим услугам прямо здесь. Меня зовут Андрей Черновол, и целый день сегодня буду вашим проводником в мир музыки, танцев и отличного настроения. У нас очень много активностей, с которыми будем вас знакомить. Так, все лайкаем, подписываемся. Все лайкают. Подписываемся, лайкаем, да, оставляем комментарии.